Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Меня зовут Ева, и здесь я рассказываю о новостях туризма. Спрос на экскурсионные туры в Египет динамично растет. Туроператоры готовят новые насыщенные программы. Например, специально для самых любознательных путешественников Space Travel разработал комбинированный маршрут с посещением самых ярких достопримечательностей страны и круизом по Нилу. Первый заезд удачен совпадает с празднованием 8 марта. Специалисты Space Travel отмечают, что в 2023 году по сравнению с 2022 количество бронирований увеличилось на 20%. С одной стороны, это обусловлено дефицитом международных полетных программ. Список стран, доступных россиянам для отдыха, ограничен ценником и длительностью перелетов. С другой стороны, туристические власти Египта также прикладывают особые усилия для того, чтобы гости в страну приезжали не только наслаждаться пляжным отдыхом. По словам представителей турбизнеса, в топе остаются традиционные достопримечательности – пирамиды Гизы, Карнакский храм в Люксоре и долина царей. Однако более продвинутые путешественники стремятся открывать для себя и новые локации, например, катакомбы Александрии или храмы Абу-Сембела. Российские туроператоры со своей стороны отвечают на вопросы туристов и готовят новые экскурсионные программы. Так, например, Space Travel предлагает отправиться в уникальный комбинированный тур, программа которого совмещает посещение самых ярких достопримечательностей севера страны и 4-дневный круиз по Нилу из Асуана. Программа недельного тура предполагает прибытие в Каир регулярным рейсом, экскурсию по столице Египта и посещение знаменитых пирамид. Кроме того, одна из изюминок тура – это поездка в Древнюю Александрию, пока что в меньшей степени известную российским путешественникам. Помимо насыщенной экскурсионной программы, туристов ждут незабываемые виды побережья Средиземного моря под ласковым весенним солнцем. Кульминация же этой экскурсионной программы – трехдневный круиз по Нилу на комфортабельном теплоходе Iberotel Crown Impera 5 звезд, стартующий из Асуана, куда туристы прилетят из Каира. Во время круиза вы сможете не только увидеть величественные древние храмы и гробницы фараонов, но и насладиться красотами берегов Нила, где каменистая пустыня будет сменяться пальмовыми рощами. По окончанию круиза туристов также самолетом уже из Луксора доставят обратно в Каир. На протяжении всей поездки мини-группы будут сопровождать русскоговорящие гиды. Еще одна яркая особенность новой программы Space Travel в том, что первый заезд приурочен к празднованию Международного женского дня. Тур начинается 3 марта и станет отличным подарком для любимых женщин, за что и получил название «Тайны фараонов. Подари круиз любимой». Стоимость тура с заездом 3 марта начинается от 236 тысяч рублей на двоих. Туда же уже входят международные и внутренние перелеты, 2 ночи проживания в Каире и 2 ночи в Александрии в отелях уровня 4 звезды с завтраками. Все экскурсии, услуги гида, медицинская страховка, все трансферы по программе и, собственно, круиз по Нилу на 4 дня и 3 ночи. Участникам первого тура по случаю праздника и старта программы организаторы обещают приятные сюрпризы. Следующий заезд состоится в апреле и предполагает люксовый вариант исполнения программы. Но самые первые праздничные можно отправиться только один раз, напоминают представители туроператора. По ссылочке под видео вы сможете забронировать, ознакомиться с подробностями и забронировать этот тур. Если нужна информация со мной, нужны мои новости, то подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик. Под видео ссылка на источник информации, на мои другие каналы. Также напоминаю, что я не являюсь турагентом и не продаю туры и билет. Спасибо, что меня смотрите, ждите следующего видео. До свидания.